Всем привет-привет! Вы на канале Wood GSN, канале, на котором каждый день вы найдете по несколько видео в отношении нашей великолепной игры. Снимаю абсолютно обо всем и всегда радую все новым и новым контентом. Подписывайтесь на канал, жмите лайкосики, обязательно прожимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. Ребят, спасибо большое заранее за поддержку канала в его развитии. В отношении рулеточки. Рулетка на мега-контейнеры предусматривает в себе 25 прокрутов. Все эти 25 прокрутов обойдутся вам в 35 620 голды. Короче говоря, в размере стоимости двух десяток по скидке в хорошем наборе. Стоит оно того или нет, бог его знает, решать вам. Мое дело показать все таким, какое оно есть на самом деле. Что положили? Главная награда 10 мегаконтейнеров. Плюс стоит обратить внимание, что мегаконтейнеры разбросаны по одному, либо по два, еще в трех слотах. Есть, понятное дело, всякая дешманская фигня, которая будет затягивать на себя определенный процент вероятности выпадения. Но слава богу, этого всего здесь крайне мало. Всего лишь два раза по три вот таких вот контейнера. Все остальное так или иначе какую-то ценность имеет. Ну и соответственно в отношении процента по выпадению. Понятное дело, что главная награда, ну, имеет, я бы сказал, ниже уровня плинтуса шанс выпадения. 0,007, там, короче, 0,007, как меня один из зрителей учил в комментариях. Спасибо большое, кстати, за то, что подтянули мои знания по математике. Ну а в отношении серьезного, то здесь получается не все так уж и жирно. Контейнер в песочницу затягивает на себя целых 55%, и это существенно. Поэтому не рассчитываю на получение мега-контейнеров с первых прокрутов. Ладно, бог с ним, поехали. Начинаем крутить 100 голды, что принесет. Я думаю, что скорее всего это будет либо контейнеры в песочницу, потому что на них самый большой процент выпадения. Ну вот вам, пожалуйста. Либо дальше будет падать контейнер с кастомизухой. Открываем 3 контейнера. Ничего. Ну, в целом, как показывает практика, если 3 награды выпадает, то сертификата не будет. Ничего. Ну и, соответственно, еще одно большое ничего. Неудивительно, абсолютно неудивительно, но радует по крайней мере тот факт, что выпали эти контейнеры за 100 голды, но с другой стороны они могут выпасть вам целых 5 раз по 3 штуки. Короче говоря, немалое количество, и этот процент, кстати, увеличивается по мере прокрута рулетки, я имею в виду процент выпадения данных контейнеров. Ну и соответственно, не спешите радоваться, что выпадает на первых прокрутах, потому что неизвестно, что выпадет дальше. Спасибо большое. Очень надо. Прям вот сегодня, знаете, всю ночь спал, думал, как бы получить себе несколько аватаров, в частности анимированных, которыми никогда пользоваться не буду. Ну прям прет сегодня. Уточка. Вот уточку я люблю. Уточка, это нам зайдет. Пишите в комментариях, нравится ли вам уточка, и ставьте лайк, если вам она заходит. Мне лично очень нравится. Ну что, открываем. 200 голды. Ну, родимая, давай. Давай, удиви. Нет, не удивляет абсолютно. Ничего. Еще одно ничего. Ну дай хоть с шестого контейнера, я не знаю. И опять большое ничего. В целом, не планирую прокручивать рулетку до конца, планирую уложиться в 4000 с копейками, ну, то бишь, не опуститься ниже 370 тысяч в копилке по голде. Как я понимаю, за эту сумму наберу себе всякого рода нужных вещей, уж простите, хотел сказать как-то по-другому, но вспомнил о том, что я обещал не выражаться нецензурно у себя на канале, как на стримах, так и в своих видео. Слово держать надо, но порой вырывается. Порой вырывается, потому что то, что получаешь за золото, порой очень сильно удручает. Еще минимум 3 раза мне может выпасть что-нибудь негодное, и потом пойдет какая-то плюс-минус годнота. Открываем. Один мистический контейнер. Нет мистического сертификата, а по талисманам еще прыгать и прыгать. Целых 11 штук. Ладно, крутим дальше. 370 голды. Спасибо. Еще кастомизуха падает. Какая прелесть. Ну, хотя бы внешний вид на танчик, а не аватарчик.
Но недолго радовался. Недолго. Вот тебе, пожалуйста, GSN аватары. Забирай, если просил. Еще один внешний вид. Ну, может, на какую-нибудь тачку да и придется. Ко двору, на какой-нибудь проходничок, на котором не часто играть буду. Дальше, что нам выпадает? Еще один мистик. Ну давай мистический сертификат. Нет, бери себе два раза по 200 свободки и 75 тысяч. По-честному, это все, блин, ну фармануть можно абсолютно спокойно. Ну реально, за такое отдавать жаба дает. Да чтоб тебя с этими песочными контейнерами, в которых я разочаровался. Есть сертификат. Ну как же так? Ну я так начал уже радоваться тому, что хотя бы сертификат будет. Было ж 4 награды, блин. Откуда там эта свободка сейчас упала? Какой ужас. Нет ничего хуже, чем неоправданная надежда. Ладно, забрали да и забрали. 625. Давай мне последний гвоздь в гробу. Дай мне еще раз песочные. Целых 3 мистических. Вот это удивили. Вот это удивили меня. Нет ничего. Следующий. Ну не жлобисты, но есть. Есть, ну слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Выпал таки мистический сертификат. Так, есть. Хоть что-то забрал отсюда. Едем дальше и потом смотрим, что у нас выпадет из мистического сертификатика. Класс. Просто супер. Вот, все-таки отдала. Отдала рулетка то, чего не сильно хотелось. Тоже ничего. Да как это работает, я не понимаю, с этими песочными контейнерами? Ладно, смотрим, что у нас получается. У нас получается по шансам. Я прокрутил, грубо говоря, на 4000 золотом. Теперь смотрим. Мистический контейнер, 3 штучки с вероятностью 40%. Черный ящик, 15%, ну, грубо говоря, 16%. В отношении собери их все, 21%. И в отношении мега-контейнеров здесь у нас шансы поднялись, но несущественно. Главная награда явно будет последней. Контейнер-сюрприз. Целых 2,38%. Маловато, конечно. Говорил по поводу того, что не собираюсь опускаться ниже 370, но здесь прям рука сама просит один разок крутнуть. Пускай уйдем немножко ниже, но я думаю, что это не есть большая проблема. Глядишь, сейчас что-то нормальное выпадет. Ну, давай еще один мистик. Окупи меня, пожалуйста, рулетка, я тебя очень сильно прошу. Эх, был бы ты анимированным, блин, цены б тебе не было. Сто голды! Ю-ху! Я получаю золото! Я поднял свою копилку по голде. Забираем. Больше нет. Выходим отсюда. Ну и погнали в хранилище открывать мистический сертификатик. Ну что, мистик, давай десятку. У меня, правда, все здесь есть. Что у нас тут? Да все у меня есть, блин. Богатый человек, богатый, независимый. Открываем. Открываем мистический сертификатик. Но вот так вот. Вот так вот, ребята, какая прелесть. Какая прелесть. За 4000 с копейками потраченной голды я получаю ток 2. У-у-у. Вот это поднял. Вот это поднял, так поднял. Слушайте, ну радости. Радости прям полные штаны. Особенно с учетом того, что ток 2 у меня был. Вот так вот. Какая прелесть. В общем, ребят, показываю все таким, какое оно есть на самом деле. Крутить рулетку или нет, решать, безусловно, исключительно вам. Мое дело показать вам ее без всяких прикрас. Если вы за честность на канале, подписывайтесь на этот канал, жмите лайк и обязательно прожимайте на колокольчик. Я пошел снимать следующее видео и жду вас в гости, в том числе на прямых трансляциях. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.